Германии на запад, как я уже говорил, при проезде через город Тюмень оказалось очень много битых файлов, которые я не смог восстановить, используя различные программы. Поэтому, чтобы сохранить целостность видео, размещаю кадры с бокового видеорегистратора. Таких серий с бокового видеорегистратора будет, наверное, несколько, пока не начнется нормальная съемка с фронтальной камеры. Я тоже очень расстроен всем этим, но, к сожалению, так вот получилось. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 50. Thank you.
ограничение 50. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Thank you.
Впереди камера. Ограничение 90. Thank you.
Проходи пост ДПС. Ограничение 30. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60.
запрещен. Ограничение 90. Запрещен. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50.
запрещен. Ограничение 90.
Огонь запрещен. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60.
Осторожно, дети. Ограничение 30.